Невероятного хорошего баскетбола в этом сезоне мы увидим очень много. И подтверждением тому, допустим, прошедший тур, который был вчера, об этом мы еще скажем. Форда у того летело, но вот сейчас бросок цели не достиг. Армейцы забирают подбор, и пока нет раннего нападения у ЦСКА, как класса. То есть оно получается ранним, потому что мяч... Хряпа, получая мяч, уже видел Хайнца, который по комбинации открывался под кольцом. И вот она, гениальная передача Дудис. Это уж такая особенность его тренерского почерка. И можно не сомневаться в том, что в ближайших матчах единой лиги у Семена будет много игрового времени, много возможностей. Новгородом играл с Химками в прошлом сезоне. Бескомпромиссные баталии. Там 4 матча команды умудрились провести на 4 разных аренах. Друг против друга, на Мегаспорте, в Динамо. Перехвата. Джексон. По атаке еще по грубым прикидкам у команд в концовке. Впрочем, обе команды, оба тренера, старших тренера, главных тренера, жаловались на то, что не так агрессивно и не так хорошо играют в защите, как могут. И в этом элементе надо... Может нащупать тот бросок, который терроризировал армейскую защиту в первой половине. Теодосич, Панина обыгрывает на встречном движении и выводит Аарона Джексона на бросок. В Европе и действительно противодействия очень много, потому что все зависит от того, как читают игроки игру и ситуацию. И всегда есть разные варианты. Воронцевич и по хоккею даже, работавший со многими известными игроками, тренерами. И соболезнования семье, и всем нам, кто знал замечательного человека и специалиста. Его сверху. Вот неравноценная смена. Джексон остался против Каймака Глу, пытался использовать. Каймака Глу в защите хорошо использовал, держался, но... Стоит казанской команде безусловно. И... Да, очень сложная и тяжелая травма. У него и крестообразная, и мениск, и боковая связка. На другой уже была такая, практически чуть ли не на ровном месте. Обидная очень. Но так бывает. Каймака Глу не попадает с дальней дистанции. Милош Теодосич просто сейчас... Воу! Вот это Лэнфорд сейчас дал, зачехлил Виталия Фридзона. Лэнфорд, конечно, молодец, но не очень четко тут разобрались в нападении. Он тут творит, при этом, ой-ой-ой, вставай, вставай, Кино. Все, оказалось, что он какое-то повреждение получил, а вот и Кулагин из угла. И вот... На площадке, который сейчас в защите чуть не перехватил мяч, еще ни разу по кольцу не бросил. Вот это как раз участь тех людей, которые... по углам стоят и ждут, что им перепадет.